Попоре, рядом с порогом, который называется Кирим. Это священное место для кабиари и других народов региона. Порог Херихерима. Сейчас январь, лето, низкий уровень воды, но наибольшего уровня вода достигает на Попорисе примерно в июле месяце. И тогда весь этот порог скрывается под водой, затопляя ближайший лес. Херихерима хорошо видно, как вода точит камень. Эта мощь воды пробивает новые отверстия в скалах.